18 апреля кадры наблюдения, опубликованные службой защиты животных округа Риверсайд, записали, как женщина выходит из белого джипа, заглядывает в мусорный бак, а затем бросает пластиковый пакет со щенками внутри. Затем она возвращается к джипу и уезжает, оставив трехдневных щенков задыхаться от жары. Женщина была арестована в своем доме в понедельник, 22 апреля, Крисом Майером, начальником службы защиты животных округа Риверсайд. Власти заявили, что Дёбари грозит до 7 пунктов обвинения в жестоком обращении с животными. В доме у женщины было около 30 собак, которых пришлось немедленно конфисковать и доставить в приют в Thousand Palms, где им будет оказана необходимая помощь, сообщил Fox News Джон Уэлш, глава отдела службы защиты животных округа Риверсайд. Малышам удалось выжить после того, как через час человек по имени Джон, который копался в мусоре, обнаружил в сумке щенков, еще живых, и отнес их в ближайший магазин, сообщили власти. Власти заявили, что щенки, возможно, не пережили бы 90-градусную жару, если бы их не нашли в течение часа после того, как их выбросили в мусорное ведро. О щенках заботилась Feline Underground Network, приют округа Orange, и теперь Нони Байен, волонтер, предоставляет им временное жилье и большую заботу. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.